Сегодня в Конгрессе самый важный вопрос – направить еще 61 миллиард долларов на войну на Украине, которую не поддерживают 70% американцев. Ну, конечно, моментально ее объявили российским агентом, и выходят статьи с надписью «Нет». Марджери Тейлор Грин, которую ты показал, красотка, один из немногих членов Конгресса США, который старается выглядеть как человек в старомодном смысле этого слова, блондинка, ходит в белых пальто с меховым воротником, демонстративно гетеросексуально. И что ты думаешь о ней написано, например, в Википедии? Вот кто она? Забиваешь Марджери Тейлор Грин. Она кто? Первое, что написано. Она сторонник теории заговора. Она принадлежит к ультраправым взглядам. Как только человек говорит хоть что-то, свидетельствующее о нормальности, вся эта медийная махина американская объявляет его мгновенно сторонником теории заговора и придерживающимся ультраправых взглядов. Проблема в том, что благодаря чудовищному искоренению образования, происходившему в Соединенных Штатах последние много десятилетий, чудовищному отуплению нации при помощи масс-медиа и масс-культуры, нормальных людей, которые способны оценить этот разительный контраст и увидеть, кто здесь человек, а кто лозунговый болванчик, почти не осталось. Вот в чем дело. Эту войну закончить можем только мы, когда мы так решим. Когда наши цели будут достигнуты в том объеме, который мы решим для себя удовлетворительным. И вот этот наивняк, который я слушаю регулярно от разных друзей, знакомых и вообще людей о том, что «ну подождите, вы посмотрите, какие у них там битвы в Конгрессе, ну сейчас они прекратят помогать, сейчас все это прекратится». Не прекратится это ими никогда, потому что у них нет ни одной причины это прекращать. Это такое средоточие всей американской протестантской этики, которая заключается в том, что это была наша земля, а индейцы здесь уже жили. Вот исполненности с собой, исполненности понятия собственной исключительности только с годами, со столетиями, всего двумя, эта этика распространилась на всю землю. Это была наша земля, а кто-то здесь зачем-то уже живет. Какие-то русские, кто-то еще китайцы. Что они тут делают? Это наша земля. Это наши правила. Мы всем этим рулим, и мы всем этим правим. И мы имеем право на все эти войны. И мы обязаны, как любой протестант, он обязан зарабатывать деньги, и в том числе на войне. Они распространяют эту свою психологию и на нас. А наше дело сопротивляться. Мы для них такая же колония. Они всегда вот так вот прилепляли к себе в своем колониализме страны, которые они считали странами третьего мира. И мы для них стали страной третьего мира. А пришел Путин, и мы как-то постепенно стали эти признаки, эти одежки страны третьего мира себя стряхивать, переодеваться в нормальные костюмы, стали выглядеть по-другому. Они не могут это терпеть. И не смогут, и не остановятся. Вопрос у нас в том, что должны делать мы. Мы должны продолжать развиваться так, как мы развивались всегда. Мы должны расширяться и постепенно подбирать к себе, не завоевывать, дружить, интересы выстраивать своих. Прямо сейчас в Москве проходит съезд молдавских оппозиционеров. В Москве, внимание, проходит съезд здоровых молдавских оппозиционных сил. Мы должны их поддерживать. Такие же силы есть в других странах. Мы должны поддерживать и их. Потому что у нас есть один выход. Или мы остаемся Россией, такой, как нам твердит это и руководит нами наша великая история и культура. Или мы превращаемся в зараженных оспой индейцев, и этот паук будет высасывать нас как муху, пока эта муха не подохнет.